Жители Казани опробовали лед самого крупного регионального катка, площадь которого составляет более 15 тысяч гектаров. Очень хороший каток, погода сегодня радует. И тут никогда не скучно. Да, много можно найти друзей. Он, во-первых, бесплатный, он открытый, можно кататься днем. Он в красивом месте, лед очень хороший. Территория комплекса разделена на несколько зон – основную, детскую и хоккейную. Кататься одновременно смогут 2000 человек. И ровно столько же пар коньков закуплено для проката. Переодеться можно будет в отапливаемой раздевалке, где для посетителей также предусмотрено питание и услуга заточки коньков. Завтра комплекс заработает в полную силу. Прокатиться с ветерком можно будет с 10 утра до 10 вечера.